Blender 2.91, ролик последыш, опять же по этому персонажу, и посмотрим новый аддон. Ну, в принципе, новый он уже был, бесплатный аддон. И когда мы захотим поменять именно вот эти косточки, так, где тут отключу, пока свет. В предыдущих роликах, в ранних более, я показывал, как заменять вот эти вот кости на сферы, на кубы и так далее, делать свои какие-то именно штуки вот на ру кость там и подставлять, заменять это все дело. Давайте рассмотрим аддон. Так, заходим Edit преференции. Аддон называется Region Bone Widget и Animation Visual Bone. Вот эти вот. У меня их тут три штуки и получается, когда вы качаете, не каждый работает нормально. Названия у них разные. Ну вот можете поскачивать и попробовать их. Так, как он работает? Заходим в Post Mode. Выбираем этот аддон. Rig Tools. Вот он обозначен. И здесь есть вот уже такие вот, как замена для костей сферы, потом кубы, потом какие-то арм переделанные. Сделаны вот эти вот штуки. И давайте заменим, допустим, вот эту косточку. Выбираем ее. И заменим ее на какую-нибудь. Ну, давайте так. На куб. Нажимаем Create. И вы видите, что появился заместо этой косточки куб. Сразу же меняем здесь Scale. Вот этот ее размер. Почему? Потому что если вы сейчас сразу ее не уменьшите, как вам надо, то потом уже это дело не получится. Вот мы и оставляем эту косточку. И теперь отключаем щелчок левой кнопкой мыши. Также можно включать симметрично. Выберем две косточки. Включим симметрию. Здесь вот In Collection можно отключить, поставить видимость. И попробуем опять же Flood поставить и нажать Create. Вот у нас теперь получается заменились две косточки. Сразу же мы делаем им размер, ну чтобы видеть. Так. Вот можно больше, меньше делать, прибавлять. Изменять их именно, если на минус выходите, то они переворачиваются. Так, и вот здесь вот поменьше, аккуратней. У меня просто, опять же повторюсь, мышка, я к ней еще не привык. Так, и можно вот так вот прибавлять щелчками. Ну, вот так вот заменяются кости. Теперь можно тазовую косточку также заменить. На какую-нибудь, не знаю, попробуем крит. Вот такая шестеренка получается. Также можно здесь ротацию делать по иксу, перекручивать ее. Вот сколько градусов поставите. Допустим, 50 градусов, там 60, 180. И вот вы ее можете перекрутить. Так, теперь слайд. Что она делает? Поднимает. Вот выше можно ее ниже подставлять. Вот такая штука. О. И теперь, если мы выберем вот эту штуку, то мы можем ей управлять персонажем. Вот, крутить его. Также G английская переводить, двигать. Вот такая вот прикольная штукенция. Вот такой аддон. Так, что еще можно сделать? Ну давайте вот на эту косточку. Вот на эту косточку поставим тоже какую-нибудь. Так, а как же он называется? Finger, по-моему. Крит. Да, вот он, Finger.
Вот такая штука. Здесь ставим по нолям. 0. Так, теперь здесь ротация тоже ставим 0. И вот она опускается вниз. Ну и скайл, конечно, тоже уменьшаем. И теперь вот у нас вот эта кость будет выглядеть вот таким вот образом. Вот мы ее можем теперь выбирать. И G выдвигать. Также перекручивать. Сейчас я уберу видимость костей. R. Вот вы видите, что она крутит, вертит ее теперь. Отвечает за эту кость. Вот такой прикольный аддон. Все, всем пока, до свидания.